5000, боже. Жестко. Три матча. И останется один. Что у тебя на уме? Думаешь, я ничего не вижу? Тебе не помогут? Ну, а два других прогремевших на всю страну дебошира Павел Мамаев и Александр Кокорин будут соблюдать не только тюремный, но и спортивный режим. Футболисты попросили начальство СИЗО Бутырка, чтобы за решеткой им позволили тренироваться, качать пресс и заниматься с гантелями в тюремном спортзале. Игроки смогут после того, как покинут карантинный блок. И только если будут примерно себя вести. Пока, сообщают источники на воле, никаких претензий у надзирателей к Кокорину и Мамаеву нет. Нападающий «Зенита», по словам его адвоката, не унывает, ест кашу, пьет чай и отвечает на письма поклонников. Полузащитник Краснодара занят примерно тем же. Оба сожалеют о своих поступках. Времени подумать и раскаяться у футболистов достаточно. По решению суда оба арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. Лучшие друзья. Блин, охренеть. Как так, ребят? Кто не играет? Вообще дуэль не ищет. О! Дуэль нашел сразу. I feel inspired. Ask a Firestarter! Twisted Firestarter! You click. Ribbit. I speak. My father will recover. I'll make sure of it. I am favored by the constellations. God chose me. Why shouldn't you? Blackstone Arena Night. Не, прикольно. Blackstone Arena. Make sure to keep your cool. Hey, friend. We meet. I feel radiant. I feel radiant. Combat can be beautiful. Fight. Radiant, okay. Claimed the orb.
Да ладно. Есть урон. Round lost. Не добили мы. Не добили мы ее. Не добили мы ее, потому что у нас вот этот молодой человек 213 делает дэмэджа за раунд. А здесь 700. 700 дэмэджа, а там 200. Давай, братан. Наконец-то. Enemy team claimed the orb. Ну, блин, я устал или что-то, ладно. Хорошо. Enemy team claimed the orb. The death vortex is incoming. Ничего страшного. Приземлился, пацан. Round one. Victory is ours. Да, хорошо сыграл. Underforgiven, ничего не стало. Под дэмэдж лоуплейт. Блин, братан, ну куда ты полез? Your team claimed the orb. Ой, спасибо. Удивлен. Действительно, почему я не удивлен, что Алиса сдохла? Death vortex incoming. Почему я делаю 400 урона? Почему они не делают урон? Блин, что за бред? Ой, боже. Я не понимаю, блин. Понимаю, please. Алисия. Play safety. Не понимаю. 200, 190. Это очень мало. Это просто ничего. Трайнг. Ну, не знаю, херово это трайнг. Claimed the orb. They
Ну как так? Round one. That is one for the good guys. Ну вот. Пиздец. Ну я просто шизи, ну как? Блять, ну что? Ну, блядь, ну, дичь вообще. Ну, что он написал? No sense team, dude. You go suicide. Suicide. Причем здесь вообще sense team? Причем здесь sense team вообще? Вот он делал не намного дэмэджа больше, чем я. 358. У них оба пятихатка и киллер 100. Киллер вообще никакого дэмэджа не... Если люди дэмэджа не делают. Лёха, сколько стоит твой лук? Валетто. Валетто. Что за Валетто?
Естественно. Fighters make great statues. It is glowing. I am favored. Where is the sound? I just didn't know. Продолжим. Так. Alt tab, because I'm alt tabbed by. Без проблем, сыграем позже, да, братишка? Because I'm alt tabbed by. Без проблем, сыграем позже, да, братишка? Because I'm alt tapped by. Без проблем, сыграем позже, да, братишка? Tiger Slash! My sword is ready. We shall fulfill destiny. Let us stay frosty. 3, 2, 1, fight. 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 Let us stay frosty. 3, 2, enemy 1, claim of the orb. Нормально. Ну ладно, бить. А, добивать никто не все нормально.
надо бить. А, добивать. Round lost. Not all victories are won with strength alone. Three, two, one, fight! Your team claimed the orb. My precious. Ultimate ready. Time to finish this. I am moon and stone. Your team claimed the orb. Vortex incoming. Round one. Three, two, one. Fight! Enemy team won the orb. Я умер, лол. Your team won the orb. The art of destruction. Round lost. Pass the trials. Three, two, one, fight. Your team claimed the orb. Ultimate ready. Constellations come to us. This is a strong one. Блять, я не понимаю, меня било хуево туча челиков. Art of destruction.
Блять, что за хуйня? Я не понимаю. Enemy team claimed the orb. Блять. Да блять, что это за хуйня? Да ёбс туды, блять, я не дотягиваю. Охуительно. Ну пиздец, меня вдвоем. Да ну нахуй, я дерусь с двумя. Я не знаю, что они делают. Я не понимаю. Ну понятно, кончено. 330, у меня 350. Ну блин, это не серьезно. It is no coincidence. Блин, ну это просто несерьезно вообще. Ну, блин. Это дичь. Ну, блин, это реально был трэш. Алло. Да. Здоров. Да, здоров, здоров, Тоныч. Здоров, это... Блин, хочу кое-что сделать. Enforce streaming service encoding. Так, это надо отключить. Battlerite или X? Стрим в плохом качестве. Потом, блядь, я не смотрел его. Не, на full сайзе. А я просто чекнул этот. Я хочу сделать так, чтобы... Разрешение еще. Я вообще практически все сделал. Блин, ну вообще дико. У меня настройки были, но они просто не использовались. Забавно. У меня почему-то YouTube нормально блокирует эти записи. Я вроде... А, нет, я вроде музыка. Сейчас приду. Да, давай. Ну что, мне кажется, за 1500 вообще хорошенько. Вот пожарки, не знаю, блядь, наверное, может какой-нибудь аналитик такой бывает. Да, 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 через часик. Можно, можно даже через два. Что, Battlerite? Да, давай чуть-чуть Battlerite арена. Я туда не заходил, хер знает сколько. Ну, ничего страшного. Ебать, сейчас за полому поиграю. Да, за полому. Хоть как. Я, короче, рука на ОП, реально, ОП. А в начале игры просто пиздец. А этой как его? Ну ты понял, короче, рояль. Да, очень мощный, пиздец. В арене или в рояле? В рояле очень мощный. В арене это тоже, в принципе. Хуй знает. Не-не, очень мощный. В начале просто пиздец. За любого милишника его не отпиздить вообще. А, мили на мили, да. А с рейнджевиком там вообще похер. Ну, нет, кстати, у него очень много гэп-клозов для... Блять, у него пробел, это эрка его ускоряет. Он может притянуть. Ну, короче, там реально есть как соснуть. Ну и я смотрел этого простора, на нем он выигрывать не мог. Да? Угу. Хотя он заебись играет, ты сам понимаешь. Два аккаунта в топе. Он выигрывать на нем не мог. У него горело, блядь. Хм. Поэтому, не знаю, поиграл. Нормальный чемп, конечно, но чтобы... Допустим, но он явно не слаб. Он... Тем же руком мне...
Вначале играть гораздо легче. Там очень сильный контроль. И ты не можешь задоджить Нажми, готов. А мы в пати вообще? А, мы в пати. Лига, воу. Так, нет, стоп, не серьез. Сейчас, дай подумай. Сейчас вообще кто-нибудь играет в арену? 2 на 2 играю, да. Сколько интересно онлайн-то сейчас? Ну, Посмотри. небольшой, но играют. Просто интересно, с роялью, мне кажется, пиздец как упал. А, нет. Слушай, а это интересно, он показывает именно только в арену или вообще общий онлайн? 4000 показывает сейчас в арене. Но я так Вроде как. скажу, то что когда я начал играть в арену, я так понимаю, что немножечко они хайпанули в плане. Не, это понятное дело, так всегда было. Когда Battle Royale тогда стал free-to-play, блядь, там чуть ли не больше 10к было. Потом, короче, когда они реворк сделали, какой-то большой, всегда очень большие Ну, всплески были. короче, да, короче, чуть-чуть челиков, мне кажется, все-таки прибавилось. Или люди, которые были раньше неактивны, они пришли. Потому что все понимают, что арена это основа. И если ты умеешь играть в арену, то, соответственно, да, и в рояле попроще. Ну, это там, это, конечно, очень Сейчас вспомни похожие бы, как игры, кнопки но за полом нажимать. а хули там нажимать? Правда, просто тупо хуесос своего серки выпускаешь, Да, играешь. да, да. Ты не готов, да, Лех? Не готов. А, прости, прости. Что там, там Райгон и этот, да, два милишника против два рейнджа. Ну, посмотрим. А, карты ж новые, блядь. Ебать, какая автоатака здесь быстрая. Ну, вот это. Ух ты, я уж и забыл, что это такое. Так, Не, я наши надеюсь, что перки готовы. они ведут обратно мою полому, блядь. В рояль, Ведут, точнее, не ведут. обратно, Ведут, но ее надо переделывать. а... Понятно, я. Ей надо скиллы, чтобы она лечилась. Похуй, так поиграем. Хотя Я думал, ты все равно. не из одного лекаря особо ты не играешь. Ты... Не, почему? Я играл. За какого лекаря ты играешь в рояле? Ты А, в играешь рояле? только В рояле нет. за... Ты вообще играешь А там и только... нет лекарей-то, блядь, один пистиус, дай бог, там. Почему боссом? А, ну да, ну боссом я просто не умею. Ну, умею, ну так. Блять, не вижу ничего. Не, они же плохие пиздец. Непривычно, конечно, после рояля играть в обычную эту. Что страшно? А. Пылесос даже не стал дальше. О, супчик нам сваришь, молодец, правильно. А ты Да, проголодался. супчик из хуесоса. Ой, из этих тараканов, братан, ты чего? Ты чем у нас Не там кормиться? тараканы, это жуки, блядь. Жуки, ты чем у нас кормиться собрался? Блин, а ты даешь. Не, я жрать не буду, сам жри. Придется, блядь. Что значит придется? Ну, оппонентов сейчас накормим. А вот это другой разговор. Видишь, у меня даже какая коняшка Твич. А пацаны что-то не решаются. Так, сейчас, оп. Ой, Неплохо, я немножечко не то сделал. Пацаны, ну вы чё? Карта огромная, блять, она для 3 на 3 минимум сделана. Ну так она и сделана. Ой. Как
блядь, я получил щитом по голове. Да ебался, чё ты ебался, блядь? Да бля. Иду к тебе. Да, у меня всё норм вообще. А я ж забыл здесь есть иксобилки. Но он все равно сдох. Потому что приземлился. Раунд 1. А я, кстати, видел, как в рояле ставят за Destiny стенку. Как за вариши, короче, кидают такую, типа, двойную автоатаку, которая, мол, накладывает сразу и Judgment, и Corruption. То есть все-таки там иксы есть или нет? Я так что-то и не понял. Иксов, там а как стенку ставили за Destiny тогда? Я реально это видел вчера у Эрса на стриме. Может быть это какие-то новые артефакты? Хуй знает, нет. Артефактов там точно нет таких. Ну хуй знает. Я видел джампад, да? Может просто когда скилл легендарный, его можно икс юзать? Может быть, может легендарный там что-то дает, кстати. Your team claimed the orb. А ты тут? Your team won the orb. О, он даже не играл, вот это мне нравится. Расстроился. Да, реально. У него Улол, так что заметил, что у Улрика ник Биомусор. Биомусор? Хороший да. Ник. Но они реально недалеко там. Достойно. Да. Мне кажется, когда он это прыгнул на моей льте, он это... Так, ладно, еще одна игра и все. А в чем смысл-то? Вообще этих игр ты к чему? Ты к чему вдруг решил? Ну, просто по кайфу. Приорить. Я за вариша по кайфу. Да, катаю. Сыграй. А я за это. Ну, просто, не знаю, ностальгирую. Приятно поиграть в аренку. Что, выгнали тебя из шкафа? Шкаф, это ты про кошку, блин. Да, она зачем любит шкаф, запрыгнуть, короче, в шкаф и сидеть на футболках на моих. Футболки? Ей прям нравится, пиздец. Видишь? Любит тебя и твои футболки, а ты вот... Да, потом хожу весь шерстяной, блядь. Это ёшки. И там комнаты. Выбирайте комнаты саб-рум. И туда кидайте свой ID. Я вас добавляю. Добавляю сабов и твич праймера. Не сильно помогает. Ай-яй-яй! По лицу на... Добавляю сабов и... Охуевший. Я вот такую кромок с него просто, блядь, сегодня вычесал. Блядь, главное сейчас, короче... Блин, не забыть, короче, что эрка это прыжок, а пробел это щит. Лол. Да, ебанутым мы сделали. А зачем? Вот просто реально зачем? Что это дает? Реально, в рояле это вроде как смысл особо не меняло. Никакого вообще. Ну, типа, эрка это, мол, более такой сложный скилл, который, видимо, реже выпадает, или я хуй знает, как нет, чем они. Нет, там нет такого. Это раньше, кстати, ты не играл как Дим, ну, то есть вы с Димой не играли в первую версию. В первую версию, когда я вышел в рояль, давали один скилл. А, и хилку. Да, даже так. И там, поверь, это вообще не решало. Там, собственно, все брали спейс и все. А, у них, кстати, нет хила. И там не было... Там... Или там был, я не помню. Там вот, как, по-моему... Прям вот самые-самые первые игры, они давали рарность на скиллы. Потом они это убрали, потому что это действительно был бы, ну, маразм. Потому что все эти скиллы, они должны быть
Они убрали, и в итоге вот был один скилл сначала, и равность там не имела значения. Просто рандом. И попал. А, блядь, перепутал. Ну, вот я знал, что это хуйня произойдет, лол. После рояля, конечно, переучился. Не надо было вариша брать. Да ничего страшного, я сейчас... Да не, ну просто я сейчас опять, блядь, привыкну к этой херне, пойду за вариша лупить. Claimed the orb. So ultimate ready. Ну да. Он еще лагает. Попасть тяжело. И чё? Ну да. Ой, у тебя еще этот скин куплен. Да не, у меня же это... Добыл? Да, у меня все было еще с прошлого раза. О, они еще ничего не нарисовали. А Джумонг разве был такой Джумонг? Да, был. А-а-а. Это тучи мышь-то? Да. Был в прошлый раз. Они вообще новых, по-моему, не добавили. Не, подожди, хорошо, а Питлорд твоя Ашка? А, вот Ашки не было, а, вот да, я купил. Обычно. А, все. Enemy team claimed the orb. Ну все, он. Горячий труп. Всё, спасибо. До свидания. Своё дело сделаю. Перестима. Одерусь. Подрался. Ты его просто размотал. Да что так жестко? Да что? Чех? А, зехокапит. Expelled Alchemist. Ничего себе, это ж Люси! Он ж на Люси катает! Зачем надо, он взял Джамилу? Надо было Люси покатать. Надо зачем? Было за кого-нибудь покатать, кого в рояле нет еще. Зачем он? Конечно, надо. Зачем он взял Джамилу? Попробуй что-нибудь новенькое. Ой, что? Ой. Он даже контр прожимает, просто не прожимает, точнее. Ну как то? Enemy team claimed the orb. Да блин, я же отошел в эту сторону, ну почему ты такой медленный? Я только что хотел хилку выпить, короче. Ну он дурачок, он еще как-то не стреляет. Your team claimed the orb. Ой, спасибо. Нет, друзья, заканчиваем представление. Не успел, блядь, реагировать. Death Vortex incoming. Hello. Victory. Together we are. Все еще сильнее. Да. Да уж. Тяжело. Давай я просто всю калибровку, может, играем? Не. Не хочешь? Раз. Не хочу. Добрый. В следующий раз. Блин. Нет, я прошлый играл, я в золоте. Видимо, из-за того, что да, ты не играл прошлую. А у меня и в втором сезоне я не играл. У меня там всего лишь алмаз. Всего лишь. Я в первом у меня только, и в предсезоне у меня игры нормальные. А, они же убрали теперь 2 на 2.
Они, кстати, еще хотели в рояле, я читал в патчноуте, сделать, чтобы можно было по 40 человек участвовать на карте. Видел это? Да, но... Ну, типа, когда много народу, чтобы по фану, видимо, было. А, ну, хз, мне кажется. Они, типа, сделают, если, типа, много народу сейчас ищет, то будет по 40 человек собирать. А не по 30. Ну, я не понял, только ленивцы собираются, то ли уже сделали, потому что... Нет. Я что-то так не увидел этого. Да не уже. ESL Monthly Elite. Reverse Player U. Чё? Варишь. Ашка. Ба. Ну, варишь там по чуть-чуть, знаешь, там чуть-чуть то уберут, то чуть добавят. Сириус, блядь, везде, нахуй. Вот. Да, Сириус, вот, наверное, вот. Самый такой универсальный. Кто у нас? Что-то не играл с... С кем? С любимым другом. С Диманом? Не. Будешь? Да, он сегодня там кату ищет. Да не, у меня с ним, я не могу с ним играть, блядь, на рейдже. Гранд чемпион. Больно не делали, что типа... Пипец, у меня 140 игр на Ашке, одна победа, блядь. Это просто где? Жестко. Ну, правда, вот на Зандре 2 игры, 2 победы, 80 матчей. На Ашке, ну, в Рояле, одна победа, 140 матчей, блядь. Это... Там вообще, причем, такая победа, если честно. Сейчас играю и понимаю, что в арену мне гораздо больше нравилось играть, чем в рояле. Ха-ха-ха-ха-ха, видишь, реально. Я позвал Варенку. Варенку приятно играть, но вот эти новые да, арены, да, они, да. Они на самом деле реально классные. Вот это, кроме шуток, реально вот эти новые аренки, они классные. Есть три арены с лабиринтом. Не, мне сама механика нравится больше. Просто играешь понятно, чем вот это вот. Ну, это, знаешь, рояль это чисто по фану. Кто-то на тебя спрыгнул, когда ты пиздился один на один. Да, ну тут закрытое пространство. Да-да, тут закрытое пространство, ограниченное количество игроков. Механики, то есть ты не только своей механикой ограничен, еще шмотками этими, тебе повезло, не повезло, есть элемент коинфлипа, блядь. Ну, такое, короче. Я, конечно, понимаю, что чуваком, который прям реально скилловый, как каверс, блядь, они у них с не настолько сильно влияние это оказывает. Но да для обычного, блядь, юзера... Ну да, не, на них вообще не оказывают. Равно много. Не оказывают, иногда его там, блядь, так наказывают. Не, ну они наказывают, потому что на него несколько человек набрасывают. Понятно. Когда на него... Не, он даже бывает один на один проигрывает, когда ему вообще не завезло в начале в плане шмоток. Ну, просто он хорошего какого-то челика попал. Такое тоже бывает. Но все равно, у него, блядь, каждая вторая победа. Ну, о чем это говорит? И сколько у него киллов, блин, в среднем. Не, понятно, что он проигрывает, ну, блин. У него изи вообще, на поломе сейчас ранки стартанул, я даже не знаю, каких чуваков мне дает. Ну, что-то очень прям легко. Ну что, гол? Сейчас, у меня еще один раунд остался последний. А, точно, 3 раунда.
Бля, я чё умру, что ли? Блять, ультануть не успел. Походу не еще один раунд, еще и еще один. Походу да, блять. Ну у них там, короче. Да не, на мне, кстати, может быть, чувак затащит. Он остался один с фулл хп против чувака, у которого один с хп и еще одного. Тупо на тактику парень играет. А я же, блядь, ебать, что он делает? Не, он не выиграет. Он очень плохой. Бывает. Фраза «он очень плохой» меня расстраивает. Бля, ну это лол просто. Тяжело играть с людьми, которые, блядь, каждый контр пробивают. Это пиздец просто. Mm-hmm. Unreal. Mm-hmm. Каждый контр это очень приятно. Так. Так, я, наверное, все-таки так пошел. Ладно. Сыграй, сыграй. Не, слава богу, оптимизировали, видел, да? Да, да, да. Вроде, не, вроде перестало так таращить. Вообще перестал. Они просто этот остров убрали. Мне очень нравится ник, этот скин на Сириус с Пролиги и вот этот. А как достать такой скин? А, купить ларец. А, и разве только... Ну да, да, да. Да, только в ларце Пролиги, да. Там все, там все вот эти скины. У меня на этого, на руку есть фулл сет. Рандомно вообще попался. Я два купил, короче. А нет, я один выиграл за предсказание. А нет, я оба за предсказание купил. А один получил, точнее. Один купил, у меня Джейда там была. Короче, я выиграл, блин, с горем пополам, пиздец. Так, 30 человек. Ой, блин. Ой, ребята, да ладно. First blood. Вообще хорошо, не. Бля, мне награду не дали почему-то. Суки. Ultimate. Так, ну в принципе можно подраться с какой-то. Тогда я еще пока одну сыграю. Блин, ну не Сириусом. Ну, блядь, ты, естественно, двое на меня набросилось. Ну, да ну нахер эту игру, блядь, я ненавижу ее из-за этого, блядь, почему меня двое бьют?
Я напал на них двоих, они просто начали меня одного бить. Блять, это бред. Я вот эту игру порой реально не понимаю. В чем смысл этого фокуса? Только меня бить, блядь. Там она хилилась, блядь. Прыгни в нее, добей. Нет, он дерется со мной. Че за ДЦПшник, блядь? Ты что, не слышишь, что она пьет? Блять, вот реально, я просто хилею. Он просто в меня агрессии бил, бил, а я ее бью. Он меня бьет, блядь, бред. Вообще полная чушь. Блядь, в чем, сука, прикол? Блядь, чувак, добей ее. Блядь, что ты делаешь? Реально, я не, порой эту игру не понимаю. Зачем меня фокусить? Вот просто зачем? Блядь, это такой бред. В пизду, блядь. Я плохо высадился, блядь, на самой вообще нищей хуйне. Лучше бы я до конца летел. Такой маразм. Вообще, вот просто... И он реально хуёво играет. Он меня убил просто потому, что они вдвоем меня фокусили. Лол. Он так на нее не переключился, долбоёб. Блядь, вообще, реально, такой нулевый. Просто поражай. We shall fulfill destiny. First blood. Нихуя синий амулет просто валялся. Так, у меня все скиллы, кроме я. Бля. В диаманте все челики шарят насчет вот этого допа. Никто не, по- не подбегает. Отбегают, смотри. РК есть, все, причем синяя. Готов. Готов. Это на холодильник. Ну, я собрал уже даже этот, как его. Ну, там было достижение, типа, 30 раз собрать эту хуйню. What are you talking about, Anton? Чё, ну там достижение 30 раз запропать эту хуйню. Какую? Хэллоуинскую. А, хэллоуинскую? Нифига ты сколько игр сыграл. Ясно с вами, мистер Энтон. Ну, а вчера же она, да, стартанула? Ну, а я два дня дома сидел, блядь. А чё ж ты дома сидел? А, ты ж болеешь. Ну, я работал, не параллельно играл в перерывах. Молодец. Да, изи каточка. Блин, ну никого не... О. Боже. Как он вообще до диаманта, да? Killing spree. Killing spree. Ла, как ты дошел до диаманта? Просто руки-крюки. О, я тут, короче, учился играть на Destiny, блять. Ты бы видел, как я охуенно шпилил, в кавычках. В начале, особенно первые игры 10. Потом уже лучше начало получаться.
что я в арене обычно не играл за Destiny никогда. Блять, я забыл, что здесь же надо энергию копить нахуй. Отошел. Я ему навалял, он отошел. Он понял. Не, да, чувак, ты будет это. Будет меня бить. Да, чувак, я тебя буду бить. Так. Спасибо. Ой, я перепутал. О, сейчас. Тут ВКонтакте кто-то выложил, короче, картинку, где Винамп открыт, а в нем, короче, плейлист из Need for Speed Underground 2. И я решил прослушать все эти треки старые. Мило. Блин, я не понимаю, почему ты все время за мной идешь? New event. Что я такого не сделал, бля? Блять, ну пиздец, ну спасибо, что меня бьют двое, ну спасибо! Ну я ненавижу эту хуйню, ну это бред полный. Они вдвоем меня, блять, это... Я не понимаю эту игру, реально, они просто тупо вдвоем на меня тимили. Они меня вдвоем тимили. Он просто один застанет, другой скилл даст. Да что это за хуйня, что это за тимплей? Блять, меня этот тимплей уже заебал. Блять, нахуй вы тогда рядом друг с другом стоите, вообще игнорируете друг друга, охуенно. Блять, это вообще какой-то трэш. Ебать, просто тупо идет, игнор друг друга и фокус меня вдвоем. Он не сбил, он ни одного спала в нее не дал вообще. Он просто та меня застанила, тот дал ешку в меня. Так какой-то вообще, блядь, дичь нахуй. Блядь, что это за, сука, за рейтинг такой дебильный? Когда люди просто друг друга игнорят. Блять, я ненавижу иногда рояля, просто из-за этих моментов. Зачем они вдвоем только меня впустят? Блять, этот сука преследовал меня, просто хотел подойти к магазину, он два раза, блять, за мной бегал. Этот мудак, который дрался с ним, потом переключился на меня. Просто, это я не знаю, блять, как это просто назвать. Блять, хотел с кем-то подраться, подрался, блять, против двоих. Охуенно, против команды подрался. Зашибись, блядь. Блядь, ну это просто бред, блядь. Почему они друг друга вообще не трогают? Чушь. Просто чушь. Бля, ебать, меня горит, нахуй. А, я заметил. Пиздец печеный. Да, блядь, ну это бесит, блядь, ну сука, он его вообще, он ни одной, сука, блядь, тычки в него не дал, чтобы его хоть как-то, блядь, они просто вдвоем друг друга не трогают и просто меня идут пиздить. Ну это бред, блядь, такого не бывает, нахуй. Блядь, я так постоянно делаю, наоборот, по фан. Да это понятно, блядь, это понятно, ну, блядь, они долба, понимаешь, у них нет скилла, вот реально. Я бы ушел, но просто, когда двое, блядь, тебя топят, это пиздец, реально. И они еще, знаешь что, они в контру не бьют. Вот это, блядь, это забей. А мы здесь... Я доигралась, что. Ну я вот эту и все, так ты тоже начни тогда, я не знаю, одну. Это все последнее. Блядь, ну это реально, это мне так спекло. Да, Лех, нервные клетки, блядь, говорит, не останавливаются. Да блин, ну... Не, ну зачем просто, блядь, сука, ну... Блядь, просто мне игру руинят твари, которые играть не умеют. Реально, они не умеют играть, на самом деле. Я бы реально их по одному, блядь, расчленил бы. Я видел этого Сириуса, который за мной гнался, блядь. Все скиллы мимо, нахуй. Блядь, я наконец-то получил эту креветочку. Ходюк, смотри.
Да, я на ней кататься буду. Да там столько заданий было, что ты ее так быстро получил. А там почти все было, оставалось одно задание выполнить только. А-а-а. Это заебись, блядь. А я ни одного скилла. О, нихуя себе, есть архи-чернокнижник. Ашка. Предмет Legendary Loot Pack, понятно. Это тоже сундуки какие-то? Что это Legendary Loot Pack? А, это подписки что-то. Да я же не нажал, сука, ты тупая! Ой, блядь! Ой, нахуй, горю! По-моему, это все, да, Лёх, блядь? Последний. Пошёл он нахуй. Ну... Пошёл ты нахуй, блядь! Ёбаный этот, как, гранд-чемпион, блядь. Просто нахуй послан. Блядь, я нажал Е, а у него анимация не сработала просто, и все, и он у меня опередил. Ой, блядь, такой клоун. Я у этого клоуна, который пил хилку, седло украл. Пошел ты нахуй. Я его просто обокрал, как вор. Знаешь, как воришка Аладдин. Блядь, так... Хуели это Аладдин воришка. Он воришка, босяк. Катюх, ты эксперт, блядь, по Диснею. Аладдин был вором? Да. Ну ладно. Не, я не утверждал, я вообще, естественно, понятия не имею вообще. А, видите, нравится такая Катюха. Да. Конечно, был. Блять, он был бедный, Антон, у него нихуя не было, ни гроша. Естественно, он воровал. Это не повод воровать, блять. Естественно, он воровал, он конченый был, блять. Ну, в смысле, он был не конченый, в смысле, он был нищий. В прямом смысле этого слова, это не шутка. Бля, ну я не хочу драться, когда там, блядь, этот, о, коршун, блядь. О. Ultimate ready. Constellations come. Ну ты хотя бы дай, дай до нее дойти. Да блядь, ну серьезно, нахуй. Понятно. Ой, блядь, она меня убила. Она меня убила! Я не знаю. Ну как, ну они же вообще лоу-скильные, блядь, я не понимаю. Вот этот скилл ее, эрка, которая пихает и блокирует удар, это бред, реально. Это пол, это трэш. Это реально трэшовый скилл. Его нахуй надо убрать. Ой, в пизду бред, блядь. Я понял. Короче, гранд-чемпион в арене играет в Diamond 5. Так там вообще рандом полный. Сегодня чуваки писали, типа, скажите каждый свой рейтинг. И там, блядь, от Сильвера до гранд-чемпиона в перемешку. Там не подбирает вообще никак. Всем похуй. Да подбирает. Не, подбирает. Нихуя не подбирает. Особенно, когда мало игроков, вообще ничего не подбирает точно. Да не может быть. Да не, ну блядь, не. Ну вот сейчас начнем, напиши, скажите свой рейтинг. Да они хуйню пишут специально. Ты тоже, у тебя стил Сильвер, блядь. Естественно, ты напишешь, что ты Сильвер, блядь. Ты не напишешь. Нет, так, кстати, честно ответил, Сань. Ну ты да, но другие нет. Блядь, сука, да сейчас там не играют эти... Там с арены, господи, процентов 40. Все остальные тролли с Лола, с Доты. Из других игр они не будут правильно отвечать. Просто потому, что они уёбки. Хуйню бы какой-нибудь написать и всё. Поэтому не. Там точно я могу сказать то, что там есть это. Короче. Смотри на это. Ебать красота. Да. Ну, тебе повезло, что ты ее это... Что ты ее получил, что ты ее начал делать. Я тоже ее хочу. А сейчас уже нельзя, да? Да, сейчас уже нельзя, но в каком-то сезоне, да.
ты ее просто уже начал делать. А я я еще тогда начал пузить. Игрофон у меня тоже есть, кстати. А вот белый у меня белый, да. Я его вроде как и в зимний. Динозавры какие-то, я не помню, за что они давались. У меня вообще маунтов дохуища, я еще на eBay покупал по фану. eBay покупал? А, зебру какую-то, еще кого-то. А, раньше Razer Mount зеленый нельзя было никак получить, кроме как купить или на Razer получить. Razer. Потом Razer змея вот эта, которая же бесит тебя, шумит, ее же тоже нельзя было, только можно было получить на сайте Razer, либо купить ключ. Понятно. То есть это такая... Не игровая. Она мне не нравится вообще. А? Ни дизайн не нравится, ни шум. Бля, ну креветка охуенная. Креветка, вот, да. Креветка классная. Она еще подходит под скин немного, такой в цветовой гамме. А мне вообще цветовая гамма приятна. Так, нет, тут правда... Special delivery. Блять, сука, как... Чё, в руины? А, да, гол. Как меня закумарили эти долбоёбы, которые тимятся, блядь. Блядь, с этой, с сучкой я, конечно, хуёво сыграл, ну, блядь. Потому что это ёбаный рояль, тут надо уметь это сыграть. Так, эрк у меня... У меня эрк есть фиолетовый, если чё. Я уже нашёл, блядь. Так, стоп. Дома, где все? Ну что, встань, прыгай. У меня пушки. Нет, Аш. Единственный скилл, который у меня есть. Бля, ну странно, хорошо, рандомно кидает, блядь. Но я... Double kill. Ну, хуй знает, блядь. Я все равно потому что я играл... Блять, да и ебанешься, прикинь, как. Почему Аверстал подбирает за минуту игры, блядь? Ты хочешь сказать, он с гранд-чемпионами они не играет, да хуй там. Ну, в этом да. Он бы тогда искал бы игры, как варенье, блядь, по 20 минут играл вас в свою. Вот этот маунт меня то не раздражает. Кстати, у тучки охуенный звук, знаешь какой? Такое типа шуршание, как будто бы область сужается. Не знаю. То есть едешь, даже не понимаешь, короче, эта область сужается или ты едешь. Он беззвучный вообще. Кстати, у этого тоже звука практически нет. Бурление небольшой воды. А, без палева. Там кто-то. Ты видел, кстати, новые эти темы уже? Ну, только, ну, парочку. О. Ну да, то есть, у меня пушки не было, и я забыл. Опять утром, я их зазоню. Ебать, я превратился в говнище. Блять, я застрял из его же иллюзии. Меня лагает. Просто лагает. Я вроде все закрыл. Блин, бред какой. Ой, блядь, трэш. Ну, Сириус без кушки драться не может. Ну, блядь, вот это, к сожалению, такой герой, блядь. Вырывается и просто получает пиздюлей. Ща, я перезайду, наверное, все-таки. Прямо.
Блять, какие же у них ублюдские цвета? Вот я не знаю, почему они не сделали. Все-таки цвета более-менее нормальные. Хоть там и сколько, 15, да, команд? Ну да, 15. Батя, посмотри, у тебя 5000 игр варенья. Ебать! Варенье? Да, я помню, задрачивал так довольно серьезно, но у меня 2к. Это у меня еще не один аккаунт, лол. У меня еще 3 аккаунта, по-моему. Ну, там мало. У меня тоже есть один аккаунт, но тоже прям очень мало. Так, чисто игров. И то я задрачивал, когда, по сути, ну, то есть 95% игр реально, это было долик. Да, были ММР. Там, кстати, можно в кота превратиться. Да, я видел видео. Что это решает как? Не, вообще никак. Просто быстро бегаешь и все. А-а-а. Ну, я думаю, то, что они чисто делали эти все фишки, чисто чтобы было по приколу, а не чтобы получали люди. Не, конечно, по приколу. Потому что в половине случаев ты негативный эффект получаешь, который, наоборот, тебя может заруинить. Там единственная реальная хрень прикольная, это итем, который падает, типа пугало. Что он дает? Ты его в зону ставишь, и он, короче, 6 секунд, кто наступает в эту зону, фир получает и нереально быстро убегает от этой зоны в сторону. А толку от этого? То есть тебе можно зонить охуенно, особенно чувакам дорогу преграждать, когда зона закрывается, просто ставишь, и все, и пиздец. А-а-а. Ну, есть, короче, применение, она такая забавная айтем. Ну, я видел, да, ставят, но... Забавно еще это, которая такая платформа для телепорта. Ну шо? Порт? Рам, гробница, точнее, куда? Гробница. Гробницу, давай. Гробница, еще две команды. Ну ладно, давай наш угол верхний. I feel radiant. В смысле? Я не нашел пока еще ничего. Там ПКМ валяется. Как раз мне, блядь, для перестрелки бы пригодилось. Я ушел. Ну, в смысле, я взял ПКМ и вышел, чтобы пизды не получить. Блин, нахера себе насовали тут. Я к тебе иду, короче. Сюда нет, я через верх иду, через улицу, потому что они меня там зажали. Отлично, нет. Блять. И в меня, серьезно. Вот, господи, блин, пошли в портал. Зря ты прыгнул, конечно, первым, но ладно. Он же там КД и нет. Забыл, блядь. Реально забыл, блядь. Есть чуваки. Еще есть, и снизу чувак, есть чуваки. 30-го лава. Тоже есть чувак. 10-го. Но они, наверное, либо вместе, либо хер знает. 30-й. ОРК. Да, мне тоже нужно. У меня вообще нету. Бля, ни хера. Равно... Я 10-й, как видишь. Ай, тут есть вот РК сейчас моя. Зеленая. Алдуни.
New event. Там, там летели чуваки вроде, они, наверное, все открыли. Да, да, ну я так, чисто. Это чисто объедки. Killing spree. Double kill. Воу. Double kill. Там, Rampage. Нет, там ничего нет. Чё? Так, я не знаю. Я нашел синий ПКМ себе. У меня правой нет. Тут тут есть. Так, гол. Поняли. Я все планирую кушку купить. О, купил. Ой, что это за херня? Так, ну, разъебать. Ну, не знаю, насчет прям разъебать. Сейчас он превратится в эту хуйню плюющую, отойди. А, не-не, отойди. Слышь? Блять, она с пробелом лицом, еще команда одна. Это нормально. А он тоже, да. Да, однако тут три просто меня зонят чуваки, я не могу тебе подойти никак. Я зажат между двумя. Блять, хуёво. Ой, боже, блядь, что с тобой нахуй, блядь? А она по 5 хуярит, кстати, очень на весь экран, можешь превратиться тоже, если хочешь, по фану. Блин, ну никто не дерется, че за трэш? Блин, мы дрались, эти пришли, нам помешали, вам бы этих убить дальше. Killing spree. Ну а чё ж они такие все сыкливые-то, господи. Так, через арку могу. Бля, какие несыпливые, боже. Ну потому что рейнджевики все. В смысле все рейнджевики? Лурика. Ну и чё? Какая разница? А, ну не хочет луни, блядь, чё ты комплейнишь? Господи, кончи. Блин, ну как так? Это... Обидно, не те не хотят драться, не те, а мы хотели драться. Вот в чем прикол. Мы хотели с теми драться, мы бы их убили. Они помешали, сами ничего не сделали, дурачки. Надо открыть. Ага. Вроде никого нет. О, я в кошку превратился, блядь. Спида отбегался. О, надолго. Надолго, да. Я нашел одного.
Опять все те же клоуны. Очкошники ебаные, блять. А, все те же клоуны очко. Которые просто тупо бегают. Блин, ну. Рейтинг фармит. Да не рейтинг фармит, если бы они рейтинг фармили, нравится. О. Там снизу. Да понятное дело, там уже забрали, господи. Ну и ЛКМ забрали. Тупо 11 человек, а такая зона маленькая. Да, потому что прям все просто с очкошником со всех сторон. Смотри, что можно сейчас сделать, будет попробовать. А, сейчас там чувак отплюется. Ща. Смотри. И заюзан. Нам на самом деле не стоит сюда идти вообще. Подожди, потому что стоит. Сейчас зона стоит, закроется стоит, и нас стоит, зажмут. Стоит. Да, так ну, стоит. Ну, нас просто сейчас зажмут. Сайленс ебнул. Вот, видишь, эта хуйня, не наступая в ее зону, зафиряет люто. Так, Destiny без контры. Давай чуть-чуть в бок куда-нибудь отойдем, может. Ну, Антох, вообще не прав. Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. Ну вот я тоже. Сориентироваться. Сейчас зона закроется. А, чувачки. А вот это. Блять, успел захилиться. Что, будем их бить? Это еще. А, это один, помню. Попал. А зона-то закрывается, блять. Куда они пойдут? А, они пойдут сейчас через это. Ну пойдем туда, сейчас они вот отсюда выйдут. А, они через низ. Смотри, через верх. А Джамила одна, походу, взяла. Там есть чуваки, наверное. Да. Воу. Там убили ее, блять, уже. Блять, это тут хуйня. Сука. Ну давай уже прекращайся, блять. Ты можешь их отпиздить всех. Это изи, блин. Вау, хорош. А, такая игра тупорывая. Как и все в рояле, блять, по-моему. Сколько я очков нахуярил-то? Мне кажется, ты хуя должен в этой игре настрелять был. Не, мы мало дрались, но только в конце. Ну, под конец я там нормально пиздерил. Хотя нет, 1700 всё. Хуйня какая-то. Вообще 8. Не, что-то у меня все равно было. Это так-то нормально, да. Ладно, попробуем.